Итак, и вы снова смотрите на меня. И сегодня я вам расскажу, что и как написано в названии. Если что-то, я расскажу, как я провел свои летние каникулы за городом. Поехали! Нет, полетели! День первый. Ну, знаете, я пошел искать... нет, не отель, а кукурузные поля. Кукуруза. Итак, ну вот. В общем-то, я решил поспать в кукурузных полях, любуясь природой кукурузы и звездным небом. Но не тут-то было. Моему отдыху помешал кукурузный матч своими разговорами. Точнее, хвастовством перед дамами. Я решил переместиться в другое место поля. Но и это не помогло. И тут кукурузник ездил у поля на машине и выслеживал меня. Да, это были его поля кукурузы. О, привет, мистер Боинг! Как там твой бизнес? Бизнес? Прекрасно. А вот мой сон все никак не прибыл на место назначения. Ну, это мои поля. И я могу тут делать все, что захочу. Что-то ты какой-то нервный. До свидания, мистер Боинг. Вот так я и понял, что моя любимейшая кукуруза принадлежит моему заклятому врагу. А вообще я сейчас не в настроении. Кукуруза, кукуруза. Кукуруза, кукуруза. Кукуруза, кукуруза. Кукуруза, кукуруза, кукуруза. Пойду поплачу в подушку. До свидания. Кукуруза, 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 кукуруза. Фу, блин. Кукуруза, 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 кукуруза.